многие наши клиенты спрашивают нас экскурсии на Иорданию. Собственно, именно поэтому мы приехали сюда, и мы, по-моему, отлично путешествуем. И на наш тур мы хотим пригласить и всех желающих, и всех тех, кто спрашивал, и тех, кто еще не успел. Так что скоро Тарек, Радуан, Паша Бернштейн ждут вас в королевстве Иордания. Красивый вид, Мертвое море, Иерихон, Иерусалим. Да, кстати, я привык из Иерусалима смотреть на эту сторону, а Иерусалим отсюда 50-60 километров. А сейчас мы сидим на том месте, где Моисей смотрел туда, и видим примерно ту же картину.